Пераносімся з спадарства з Адэс на Данецчыну. У Данецку пасля абстрэлу загінулі трое асобаў і яшчэ 5 атрымалі раненні. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісаў кіраўнік абласной вайсковай адміністрацыі Павел Кірыленка, які ўжо зараз з намі на сувязі. Спадар Павел, вітаем вас. Якія падрабязнасці з Данецкай вобласці? Да, здравствуйте. В Донецкой области обстрелы идут практически по всей линии разграничения. И, к сожалению, мирные жители гибнут во всех населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам. Сейчас за все время мы уже имеем более 103 мирных жителя, которые, к сожалению, погибли. И 420 получившие ранения. Сегодня на утро мы дополнительно сводки еще соберем. Павел, скажите, пожалуйста, вот сейчас в Киеве уже 9 часов утра, и через 3 часа закончится время, которое Россия обозначила в своем ультиматуме относительно Мариуполя. Но уже была позиция Киева, что Мариуполь не будут сдавать. А что будет после 12 часов дня по Киеву с Мариуполем? Наша позиция, позиция руководства страны, позиция президента остается неизменной. Позиция, которую поддерживает практически все население Украины. Позиция, которой четко следуют вооруженные силы Украины. Все государственные структуры, органы власти, мы контролируем здесь, чтобы этому следовали, и органы местного самоуправления, естественно, военные администрации. Мы на своей земле, мы будем продолжать защищать свою землю для того, чтобы очистить ее от врага. Это общий, но считаю такой всеобъемлющий ответ на ваш вопрос. А есть ли какая-то информация, и можете ли вы ее озвучить, что, ну, по донесениям разведки, например, какие планы у российских войск, соответственно, после того, как ультиматум не будет выполнен? Вы знаете, то, что пережил Мариуполь, тот ад, который создали оккупанты Мариуполю, с теми бомбардировками. И вчера буквально, ну так уже, поздно ночью мне отправили заявление их правоохранительных структур и военнослужащих, и военных о том, что мирные города обстреливали, сами же команды давали органы местного самоуправления. И обстреливали националисты. Ну, этот абсурд и бред, извините, слушать просто невозможно. Поэтому то, что устроили они до своих заявлений в ультимативной форме, и дальше думать о том, что они скажут, да, как они будут действовать дальше, к их действиям уже так, как они действуют, и как они будут действовать в дальнейшем, нам, знаете, мы это все видим и готовы к этому всему противостоять, как и противостояли до их заявлений, повторюсь, в ультимативной форме. Поэтому то, во что они превратили Мариуполь с уничтоженными 80% всех объектов инфраструктуры в настоящий момент, уничтоженными, либо частично разрушенными, поэтому пугать Мариуполь и его защитников, тех, кто остались и будут стоять там до конца. Павел, скажите, пожалуйста, вот несколько дней назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что, ну, естественно, как бы с его уст это называется, войсковая операция идет по плану. А в чем заключается тогда российский план, на ваш взгляд, уничтожить Донецк, который, в общем-то, изначально говорили о том, что хотят включить вот в территорию самопровозглашенной ДНР? И как бы вот зачем такой план Россия выдумала? Уничтожить Донецк, вы спросили? Мариуполь, извините. Мариуполь? Ну, во-первых, понимаете, их ложь, как я уже сказал, представитель Министерства обороны Российской Федерации выступал, я не особо всматриваюсь в их должности, я только слышу
тот откровенный блеф и цинизм в их публичных заявлениях, которые они с листка бумаги читают, когда я обратил на это внимание. Но мы это будем комментировать позже. Нам сейчас главное делать свою работу и спасать людей, и обязательно добиваться своего и защищать свою страну. Так вот, по Мариуполю, почему они так поступают? Потому что идти в прямые боестолкновения в крупных городах, они уже видят, какое это неблагодарное дело для них. Они могут рассказывать очень много, могут показывать цифры 450-500 погибших и так далее у них, с их стороны. Мы знаем реальную фактическую цифру. Я вижу эти сводки, я вижу сводки по Донецкой области. А реальная цифра — это больше 14 тысяч российских солдат и офицеров, в том числе и срочной службы. Как бы опять цинично не врали оккупанты. При этом, при всем, по всему происходящему, мы видим, что заход в боевые, в большие города и влечет за собой увеличение геометрической прогрессии их количества жертв с их стороны. Что делать? Конечно же, мы будем обстреливать с крупного артиллерийского вооружения. Конечно же, мы будем наносить авиабомбоудары для того, чтобы запугивать, сеять панику, в том числе среди местного населения. Это их тактика по всем городам. А потом пытаться сказать, что там опять засели националисты, и свои же города, которые они строили, они сами же рушат. Сами же сбрасывают бомбы на город Мариуполь, как это было, бомбы на роддом города Мариуполь. Поэтому их цинизму, точно знаю, нет предела, но понимаю, что мы готовы и можем положить конец этому цинизму. Спадар Павел, вельми жорсткі баі ішлі ў Алнавахі. Як зараз выглядае сітуацыя ў гэтым населеным пункце? Ці там засталіся яшчэ людзі, якія патрабуюць эвакуацыі? Люди есть, которые... Территория эта сейчас не контролируется украинской властью. Там этот населенный пункт, то, что осталось от города Волноваха, потому что также большинство инфраструктуры частных и многоквартирных домов разрушены. Поэтому люди, которые нуждались в острой необходимости под постоянными обстрелами, на протяжении 5 дней вывозились, эвакуировались оттуда, при том, что российская сторона давала гарантии безопасности свои. Но эти гарантии безопасности фактически соблюдены не были. Поэтому в данной ситуации можно сказать о том, что все, кого можно было, и все до контроля над этой территорией, люди были вывезены, им была оказана медицинская помощь и, соответственно, перевезены в более безопасные места и районы под фактическими постоянными обстрелами. Спадар Павел, все ж таки, что дотычить Мариуполю, насколько вы зараз оцениваете, ну, скажем так, вариант того, что украинские войсковцы смогут отбить этот город, выратовать его в ближайшем часом? Типа, коль что вы не бачите никаких, ну, шансов на развязание этой катастрофы, якая опановала этот 400-тысячный город? Шансы есть, я знаю, что защитники Мариуполя, вооруженные силы, все входящие в состав вооруженных сил, полк Азов, они стоят и будут стоять до последнего в городе Мариуполе. Это у меня есть какие-то пустые слова, я знаю четко, что там происходит и как, какой настрой у всех защитников этого города. Поэтому город Мариуполь с его духом, с его свободой, украинский Мариуполь со всеми его защитниками. Их невозможно сломать, их невозможно победить. Их возможно просто физически уничтожить, как это сделано практически с городом Мариуполя. Но дух его, его волю сломать невозможно. Павел, скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас все абсолютно делают разные оценки, разные эксперты, находясь там, но на своем, каждый на своем уровне, обладая определенной информацией, делают различные оценки.
как долго это еще протянется? Вот на ваш взгляд, находясь сейчас там на месте в Донецкой области, как долго еще вот этот театр боевых действий будет развернут там у вас? Как оцениваете силы свои и силы противника? Понимаете, здесь не будем забывать, что зона проведения операции объединенных сил – это иная ситуация, она отличается от других областей. Здесь и была, вот даже в мирное время во всей Украине, я был, себя начну, я не был просто губернатором, если говорить на русском языке, главой областной государственной администрации, я был также главой военно-гражданской администрации, потому что здесь боевые действия шли. Я Донецкую область уже возглавляю с 2019 года, то есть я понимаю эту разницу, как, ну и сам я уроженец Донецкой области, я прекрасно понимаю все процессы, которые происходят. Речь абсолютно не обо мне, почему я просто говорю о процессах, как долго это будет длиться, и так длительно я вам отвечаю. Знаете, 2014 год и 2022 год, они абсолютно разные, и люди абсолютно иные здесь. И люди воспринимают, я не говорю, что все, я не буду говорить все, но люди четко видят разницу и понимают, что для них делала и делает Украина, и что такое так называемый русский мир. Поэтому все здесь противостоят и будут противостоять оккупанту, плюс подходящим со стороны временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области, так называемых ДНР, ЛНР, и они знают цену свободы и готовы свою свободу отстаивать. А те силы, та мощность, которая есть, она позволяет и сдерживать, и разбивать противника. Конечно же, Российская Федерация с ее ресурсом человеческим и нивелирование ценностей по тому, чтобы беречь этот человеческий ресурс, конечно же, кидает все силы, и для них одним из ключевых направлений есть Донецкая и Луганская область. Мы это прекрасно понимаем. Павел, скажите, пожалуйста, такой вопрос, может быть, не знаю, как, может, щекотливый какой-то будет, но мне кажется, его стоит задать, потому что сейчас один из нарративов таких российской пропаганды звучит всегда такое, типа, вот 8 лет подряд Украина бомбила там эти республики, 8 лет подряд дети Донбасса жили в подвалах, а теперь, когда российские войска пошли их освобождать, вот вы все заговорили там о том, что Россия нацисты и так далее. Я, например, тоже лично слышал в разговорах и знакомый вот такой вот аргумент, что а где ты был 8 лет, все эти 8 лет? И вот, а что, собственно, говорить людям на вопрос, а где мы были 8 лет? То есть, ну, мы же понимаем, в общем-то, что абсолютно нельзя сравнивать, ставить вот то, что было до 24 февраля, в какой фазе длилась тогда война и сейчас по количеству жертв, разрушений, да вообще по всему. Но вот как отвечать на вопрос, а где там кто-то был 8 лет? Знаете, вот я четко понимаю, чем мы занимались 8 лет, там вот, опять же, для того, чтобы кого-то давать кому-то оценку, это такое не совсем благодарное дело, и давать оценку, нужно ставить себя на место этого человека. Чем занимался я 8 лет? Я в 2014 году выходил с Крыма, оккупированного, работая, сам являясь уроженцем Донецкой области. Выходил с Крыма и остался верен присяге, это никакой не героизм, это вопрос в том, так должен делать каждый человек, особенно тот, который носит погоны и дает присягу. Дальнейшее по протяжению всего времени, с 2014 года, я продолжал нести службу и делал свою непосредственную работу и то, что необходимо было делать. С верностью присяге. Последующие 3 года под руководством президента страны, как и во всех других участках страны, областях страны, Донецкая область развивалась очень стремительными темпами. Очень стремительными темпами. И оккупанты, и так называемая ДНР эту разницу колоссальную видят.
видели ее, переезжая через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, имели возможность смотреть ту колоссальную разницу. Замерзшая, замороженная в 2014 году оккупированная часть Донецкой области и практически две трети неоккупированной части Донецкой области. Они это видели, и они это понимали. Это мой ответ, чем мы занимались. И, естественно, работали над тем, чтобы сознательность, на украинский свідомість людей, їх любов до України була істинною, була понятною. І розуміння того, що Україна є єдина для нас. При этом без розвивающихся наративів ні в одному моєму, ні публічному виступленні, ні в роботі здесь руководителем області не було наративов, что там живут не люди, не жители Донецкой области, что там не живут представители, что там не живут, живут какие-то иные люди и так далее. Я не даю оценку людям, которым оценку нужно давать согласно Уголовному кодексу Украины. Вот этим мы занимались. Мы строили, мы развивали. И мы это продолжим обязательно делать. Поэтому, когда они говорят о том, что мы обстреливали 8 лет их города и районы, сейчас стерты с лица земли Мариуполь, Волноваха и так далее. Мы видим в центре города прилетающая в Донецке точка У, где уже даже местное население говорит, с какого населенного пункта Российской Федерации выпущена эта ракета. И стоящие целые города крупные, Макеевка, Донецк, которые... Я сам уроженец города Макеевки. Город один с полумиллионным населением бывший, город Донецк больше миллиона населения. И эти города, которые даже сейчас украинская, Украина, находясь в войне с Российской Федерацией и с их псевдореспубликами ДНР, мы этого не делаем, потому что знаем, что там тоже живут жители Украины, в отличие от того варварства и того отсутствия каких-либо человеческих ценностей, которые делает оккупант на территории Донецкой области, непосредственно на территории Мариуполя, Волновахи и всех остальных городов до линии разграничения. Вот этим мы занимались. И эта разница колоссально видна, когда они заезжают в села, когда они едут по отремонтированным дорогам, когда они видят больницы, когда они видят сожженное новое медицинское оборудование в новых больницах, которые отстроены в Донецкой области, в новых школах, садиках, отреконструированных школах и садиках Донецкой области, которых только больше 150 школ отреконструировано за все это время. Павел, спасибо вам большое.